Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на четном концерте ансамбля эстрадного танца «Большая перемена». Ансамбль благодарит руководство Дома культуры «Полет» и лично директора Наумову Ирину Германовну за предоставленное помещение и содействие в проведении концерта. Сегодня наш концерт проводится в сотрудничестве с благотворительным фондом «Сила веры». У каждого из нас сегодня есть возможность сделать добро и помочь тем, кому наша помощь жизненно необходима. Слово предоставляется представителю фонда. Здравствуйте, меня зовут Сорокина Алена, я координатор детского волонтерского движения «Добродетель» благотворительного фонда «Сила веры». Я хочу бесконечно поблагодарить вас, ваш коллектив, руководителя, родителей прежде всего, за инициативу в проведении благотворительной ярмарки параллельно с вашим отчетным концертом, потому что именно вместе с вами, вместе с вашими детьми мы можем творить добро больше и больше. Я передам небольшие подарочки вашим детям. Сегодня мы принимаем ваших детей в отряд наших юных благотворителей «Добродети». Поддержим аплодисменты. Склонялись перед ней. Любовь в Москве
Печаль.